ребята, вы не поверите, сейчас что я нашла? Но мне кажется, это серебро. Вот у меня в этой руке такая интересная находка. Вообще класс. Что вы думаете, что за находка? Монетка? Или что-то другое? Привет! Сегодня снова очередной коп. Приехала я на новое место и даже не знала, что оказывается неподалеку, где я живу, была деревня. Посмотрела по старым картам и точно деревня здесь была. Вот сейчас я посмотрю, или с той стороны к лесу она была, или с этой. В общем, сейчас надо будет ходить, искать, как улицы проходили. Поля уже убрали. Вовремя я приехала. С одной стороны была пшеница, с другой стороны горох был посеян. Все убрали. Правда, еще не перепахано, но нормально, можно походить. Оделась потеплее, потому что сильный ветер, холодно у нас уже. Середина сентября. Вот видите, какая курточка толстая. Оделась потеплее, сейчас еще шапку одену. Холодина. Наконец-то у меня какой-то более-менее положительный сигнал. Какой-то сигнальчик. Сейчас посмотрим. Надо копнуть. Сейчас выкопаем, посмотрим. Первый сигнальчик, который на что-то хотя бы похож. Как интересно, здесь улицы располагались, неизвестно. Надо у кого-то поспрашивать. Это у нас был троечок 52-го года. Вот такая монетусинка. Советские 3 копеечки. Хочется побыстрее пробежаться по этому полю красивому. Смотрите. Ой, облака такие красивые. Но ветер вообще. И стерня, конечно. Смотрите, высокая какая. Вот такая. Очень неудобно ходить. Так и катушку можно, наверное, исцарапать всю. Или подождать, пока перепашут это поле. Сопуточка вот у меня такая. Ложечка, колечко. Конинка попалась. Здесь вот горох, полоса гороха. Здесь, а там, где вот пшеница была, там вообще ходить невозможно. Надо ждать, когда перепашут. Вот здесь хожу по вот этой темной полосе. Надо определиться, где дом стоял. Потому что вот сопуточка видно. Такая. Где-то дом здесь стоял раньше. Ну ладно. Берем. Сейчас в одной ямке и железяки, и стекла. И вот такая еще от бутылки, горлышко такое вот попалось мне. И железка такая. В общем, стекла здесь навалом. Горлышко такое узенькое. И монетка с отпечаточком. Получилось у меня ее достать из ямки. Советская. По монетке видно, что это двоечок советский. 30-го года двоечок был. Такая монетка советская. В плачевном состоянии. Идем дальше. А у меня снова монетка. Смотрите, даже не стала из комочка доставать. Ой, упал. Вот монетосинка у меня. Советская монетка. Вот, смотрите, ребята. Вот такой следик остался от нее, от этой монетки.
Это у нас снова трояк. Снова троячок. Троячок у нас 31-го года. Будет ли здесь царизм, я не знаю. Надо поспрашивать. Вообще, каких годов эта деревня? Времени пока еще не было посмотреть. По карте только вот нашла эту деревню. С каких она годов, не знаю. Надо уточнять. Но вот пока только советики. В отличие от 2 копеек, вообще это бомбический сохран. Хоть такие находки есть, и то радует. А то как-то хожу, сигнальчики копаю, а находочек мало. Я еще хожу-то, наверное, минут сколько? Минут 40, наверное, хожу по этим полосочкам. Красота. Небесная красота. Закончатся скоро дни веселые, солнечные. И будем сидеть дома. Никуда даже и не выехать. Надо успевать пока ходить, пока еще есть время. Пока 3 монетки советских. Посмотрим, что будет дальше. Выкопала сейчас сигнальчик. Думала, там ерунда, даже камеру не стала доставать. Потом смотрите, хочу вам показать. Чаточек. Думала, какая-то ерунда мне попалась, а это монетка. Еще один троячок. Не очистить, наверное, мне от таких окислов. Посмотрим. Берем. Находка. Вожу вот так поверху. Вожу. Невозможно. Рука устает. Надо ждать, когда здесь перепашут. А так вообще какой-то сигнал найти очень сложно. Здесь вот у меня какой-то... Наконец-то сигнальчик какой-то. Хороших сигналов уже давно не слышу я здесь. Хожу. Крупного железа даже здесь нет. Или все выкопано. Не знаю. Может быть, деревня как-то располагалась по-другому. Не здесь, может быть, я хожу. Непонятно. А у меня снова троячок. Сегодня, наверное, день троячков у меня. День троячков. То день пятачков, то день троячков сегодня наступил. Это хорошая монетка. Хороший сохранчик. 31-й год, троячок. Отличный сохранчик. В отличие от других, сохранчик хороший. Прежде чем ехать куда-то копать, надо будет узнавать сначала, с какого года существовала деревня, по какой год. Потому что отхожу, одни советы. Хочется империи покопать. Но пока, увы, нету таких монеток. И снова еще какой-то советик. Еще советик попался. Помятый плугом, его помяли. А это у нас 20 копеек, 1957 год. Двадцатчик. Так-то хорошая монетка была. Только вот видите, вот такая она. Помятая монетка. Сейчас, ребята, смотрю, там машина едет. Хоть бы не в мою сторону. То лишние вопросы тоже не нужны никому.
кто куда едет, может быть, за грибами кто едет. А у меня, смотрите, под ногами прямо отличный сигнальчик. Это пуговица, ребята. Ух ты, какая золотая. Прямо на поверхности. Да еще такая пуговица. Классная. Это у нас якорек. Какой-то морячок, наверное, носил. Здесь ушко, видите, целое. И в ромбике буковка М стоит. Такая пуговица. Еще немного прошла. И неподалеку от пуговицы еще был один сигнальчик. Это монетка. Это монетка. Двоечок. 1928 года. Немного окисла есть на монетке. Такая вот монетосина. Я сейчас хожу. Дом здесь стоял, потому что сигналов очень много. Наконец-то, как бы, возможно, я зацеплюсь за место, и можно будет здесь хорошо походить. Но только мешает машина там возле леса стоит. Грибники или кто? Не очень приятно, потому что я не одна. Привыкла, приеду, тихонечко хожу, никто не мешает. Тихо, спокойно. Ну ладно, может быть, не прогонят, надеюсь. Ну, наконец-то, ребята, уехала эта машина. Как-то стало спокойнее мне на душе ходить, что никто за мной не наблюдает. Не знаю, грибник, что ли, это был? В лес ходил, вернулся обратно. В общем, буду сейчас спокойненько ходить. И у меня сигнальчик хорошенький. Четкий такой сигнал. Как медный, как будто сигнальчик. Сейчас мы будем копать. Таких сигналов я сегодня очень мало слышу. Хороших таких вот сигналов, потому что советик, он тоже такой не очень сигнал. Выдает прибор тоже не очень. Так. Где-то еще не выкопала. Что нет? Да ничего. Хочется что-нибудь интересное найти. Да советики, советики все. Хочется что-нибудь поинтереснее, конечно. Что же мы выкопали? Выкопали мы опять советское золото. На этот раз это у нас пятачок. Пятачок 30-го года. Пятачок-то как блестит, как новенький, но подзатертый, конечно. Без окислов это уже радует. Плугом тоже ее помяли немножечко. Вдавили туда в серединку. Хорошенькая так-то монетка. Переливается вся. Здесь вот вообще отличный сохран. Находки мы не выбираем. Находки выбирают нас. Что попадет под катушку, то и выкопаем. О, ребята, вы не поверите, сейчас что я нашла. Но мне кажется, это серебро. Слушайте. Вот у меня в этой руке такая интересная находка. Вообще класс. Что вы думаете, что за находка? Монетка? Или что-то другое? Ладно, долго не буду вас томить. Представляете? Это медаль. Это медаль. И, по-моему, она серебряная. Потому что блестит. Монетный двор, ребята. Монетный двор написано. Что за медаль? Вот это находка.
Сейчас такая откапываю, бац, смотрю, блестит. Это что, думаю, такое? А это у меня супер находка дня сегодня. Вот и советская деревня. Интересная очень вещь. Сейчас мы посмотрим, что это у нас за вещица. Насохло тут, вот видите, как очень сильно. Что это у нас? Медаль какая-то. Сейчас я ее почищу. Вот это находка. Это серебро. Смотрите, сразу блестит-то как. Ой, вообще. Вот это находка у меня. А то, думаю, царизма. Нет, хожу, собираю одни советские монетки. А тут такая прелесть, такая красота в земле лежит. Бедняжка. Кто-то же ее потерял, вот эту медаль. Сейчас я ее почищу. Советская, вижу. Советская, конечно, но вообще такая классная медалька. Монеты, двор, все как положено, кто-то потерял. Вот никогда не ожидаешь, что даже и найдешь в земле. Что вот каждый раз вот едешь и не знаешь, что тебя ожидает. Какие находки. Будут ли хорошие находки? Или вообще пустой приедешь? Ох ты, красота какая! Друзья мои, поздравьте меня. Это серебряная медаль. Материнская слава. 3-й степени. СССР. Ух ты, ребята, подскажите, что это за медаль такая? Напишите в комментариях, за что такую медаль давали. Материнская слава, или это давали раньше, у кого было много детей. Я знаю, что давали медали, ну и сейчас даже дают, вот у кого там больше 10 детей, какие там им медали давали. Но вот это, видите, материнская слава 3-й степени. Шикарнейшая медаль. Вообще супер находка, ребята. Вот это я сегодня приехала опять. Ну, шикарнейшая находка. Что можно сказать? Только пальчик вверх можно поставить за такую находку. Жили раньше люди, видите, вот теряли такие прекрасные вещи. Монеты, украшения, медали. Что только не теряли. Коп удался. Можно даже сразу ехать домой. Вообще, а так сигнальчики пошли. Пуговица. Значит, потом у меня монетка была и медаль еще здесь. Кто знает, подскажите побольше информации об этой медальке. Напишите в комментариях, потому что вот здесь еще и номер есть. Кому она принадлежала, можно даже будет посмотреть, возможно. Кто бы мог подумать, что на этом поле могут быть такие находки. Всего около 6 километров от того места, где я живу, всего 6 километров. Вот это место. Поле здесь большое. Ходить и ходить можно. Еще перепашут. Вообще будет шикарно. Каждый раз что-нибудь интересное все равно попадается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Думаю, заслуженный лайк у меня будет. От вас. И снова сигнал не заставил долго ждать. Сигнальчик такой стабильный. Советский сигнал. Я их так называю. Советские сигналы. Ну, можно и ошибиться, конечно. Сейчас выкопаем. Да, не ошиблась я. Да, это советская монетка. Пришлось камеру выключить, потому что, видите, глубоко как пришлось копать. Глубоковато монетка лежала. Щитовичок. Ну ладно, найду сначала что там. Потом вам покажу. Это у нас щитовичок. Хорошенькая монетка. 1932 год. Такая монетка.
хорошенькая. Щитовичок. Но это поле меня не хочет отпускать. Опять манитосина. Ранние советы. Сейчас посмотрим год. Это у нас трояк. Большая такая монетка. Не сравнишь с желтеньким троечком. Хорошее поле. Нравится здесь мне ходить. Находки пошли. Подальше вот прошла. И находочки сразу стали попадаться. На место надо вот на это вот наткнуться, как говорится, чтоб находки-то были. То хожу там сначала возле машины недалеко тут как-то вглубь поля, и находки пошли. И находочки пошли. Пока чистила свой троечок, солнышко вышло. Вообще закат такой хороший. Завтра, наверное, будет хорошая погода. Если будет хорошая погода, завтра еще куда-нибудь поеду на разведку. А может быть и сюда еще вернусь. Посмотрим, как будет настроение. Такое ласковое солнышко. Светит прямо на меня. Так, что у нас с монеткой получилось? В принципе, неплохая монетка. Все 24-й год. Вот ранние советы. Попадается все 24-го года. И пятачки, и копейки, и 2 копейки, и 5 копеек. Находила 24-го года. Уже их у меня много. Поле чудес у меня опять. Замечательные находки. Советские, конечно, все. Царских я сегодня монеток пока не нашла. Но советики тоже радуют. Особенно медаль, конечно. Вот и медали в советское время тоже, видите, серебряные были, оказывается. Так что я и рада сегодня, что у меня такой день. Даже не передать словами, сколько радости у меня. Море, море радости в душе, что я поехала, и поехала не зря. И монеток уже много я здесь нашла, и медаль. Сигнальчик опять. Как говорится, советский сигнал. Сейчас мы его выкопаем. Где-то 5 сантиметров что-то выпало. А, это, ребята, конина. Еще подумала. Конины что-то, думаю, сегодня не видно. Вот она тебе, пожалуйста. Стоит только подумать. И уже конина тут как тут. Хороший был сигнал так-то. Вот это находки у меня. Ну уж никак не ожидала сегодня этого найти. Вот они мои находочки. Поддержите меня лайком, комментарием своим. Кто не подписался, подписывайтесь. Вот видите, какие бывают интересные находки. И чтобы не пропустить, нужно подписаться. И обязательно нажать на колокольчик. Хороший у меня сегодня получился коп. Удачный. Ради вот такой медали стоило сюда приехать. И монеток, смотрите, сколько я сегодня накопала. И пуговица такая красивенькая попалась. Морячок какой-то потерял. Вот это у меня супер находка дня сегодня, конечно. Самая зачетная находка, ради которой стоило сюда приехать. Желаю всем удачи. Пока.